Вообще-то авторы программы «Автостоп» люди крайне занятые, но одним святым духом питаться тоже не могут. Поэтому Алексей вам расскажет, где можно вкусно, быстро и качественно поесть. Для авторов программы «Автостоп» всем, конечно, самое нужное. И подчас мы не успеваем получать удовольствие в полной степени от нашей жизни обычной. Ну, помните, наверное, в прошлом году мы делали реалити-шоу. А сегодня мы вместе с рестораном «Мочкодок» покажем вам реально, как можно в течение 5 минут покушать очень вкусную пищу, свежую, главное, которую при нас приготовят. Что из ассортимента? Об этом чуть позже. Как процесс происходит? Ну, вот так он происходит. Здесь все свежее. Добавим немножко лучка. Очень торопимся на этой. Следующий нам хендей снимать. Так. Да. Так, солим перчим. И отдаем на плиту. Ну а пока идет процесс приготовления, я постараюсь приготовить еще кое-что для того, кто сейчас в руле. Вот он. Вот он, типичное меню. Кальмары, яйцо. Немножко рыбки добавим. Скажем, у нас такой небольшой сбор для детей. Потом расскажем, насколько вкусно все будет. Так, и мясо. На ваш выбор. Свинина или баранинка. Причем, знаете, что самое интересное? Накладывают в ложку. Сколько сможете скушать. А процесс приготовления. Он занимает небольшое количество времени, потому что очень мощная плита снимает. Я знаю, что Максим любит покушать. Это количество еды вот в этих холодильниках, оно постоянно наполняется с 12 до 5, но может приехать сюда и вкусно покушать. Я попрошу Максима показать нам процесс приготовления. А потом я вам покажу электронную тарелку, что это получилось. Кстати, еще раз напомню, что вы покупаете здесь тарелку. Стоимость тарелочки 190 рублей. Это доставка. Но если вы еще не наелись, вы можете с этой тарелкой еще прийти. Так, вот, посмотрите, я не успел посолить. А тарелочка-то Дастархана уже готова. Ну что, пойдем перекусим. Перед началом съемки этого сюжета мы с Алексеем спорили. Но вдруг не уложимся. Так вот, даже не добрали. Всего 4.15. 45 секунд для меня. И вот пахнет, конечно, вкусно, но пришлось остановиться еще и перед шведским столом. Он, конечно, немножко подешевле, но не менее вкусный. В следующем сюжете мы постараемся за 5 минут набрать отсюда всяких вкусностей и съесть это.